Что делать, если забыл дома ключи или карту, которая открывает двери? Такой вопрос, уверены студенты технического университета, в будущем не будет проблемой. Им удалось разработать инновационный механизм открывания дверного замка при помощи сенсорной ручки. Все, что нужно для входа – легкое касание руки и телефон. Для большего удобства решил использовать технологию BLE, это Bluetooth Low Energy, то есть Bluetooth низких энергий. В отличие от обычного Bluetooth, он работает постоянно и потребляет крайне мало энергии. Поэтому на работе в целом не скажется. Телефон, находясь в зоне действия устройства, обнаруживается. То есть его видят. У каждого этого устройства есть уникальный адрес. Уникальный. И, видя его, дверь уже готова работать. Такой механизм уже работает на одном из предприятий края, рассказывают студенты. Вход для сотрудников на производстве стал проще. Однако сама технология не является их изобретением. Студенты дорабатывают алгоритм программирования ручки. С увеличением размера сенсора он начинает нестабильно работать. Поэтому возникали проблемы. Многие начинали, то есть вот даже мы когда общались с коллегами, с нашими, они достаточно давно, там 5 лет назад, пытались разрабатывать подобные устройства, но как раз не получалось из-за того, что вот эти шумы различные, там, атмосферные, шумы по сети электрические возникают, и они мешают работе устройства. Работа над решением задачи длилась около 2 лет. Тестовые образцы уже отправляли в разные города потенциальным заказчикам и на основе обратной связи совершенствовали механизм. Но, как говорят студенты, еще нужно потрудиться над частью программирования. Анара Шагирова, Дмитрий Денисов. День с толком.